тут дождешься. Ищи, ищи, где ходил. Может, потерял где? Да вот здесь мы стояли. Как же так, а? Это чек. Как же так, Олег, ты бабки потерял, а? Ну, ё-моё. Ну, вот так вот бывает даже. Хорошо, что не так много. 400 рублей. Тоже негде взять. За них вот, еще надо вот отышачить. А я от них сегодня весь день, однако, отъебашу. Если честно. Ну, в итоге, блин, я сделал свое дело. А вот тут, вот это уже непонятно. Друзья. Вот сейчас было, я купил, блин. Снег у нас растаял. Братишки, практически кофе. Неделя и не будет совсем нигде. Кофе взял ты мне, может, и там, где потерял? Нет. Никак не мог. Никак не мог там. Это где-то здесь. Значит, подняли уже. По-быстренькому. Найти, блин, вот ту мне крысу. Я бы его поднял. Смотри по камерам, тут камеры есть. Спрашиваю Анатольевича. Пусть включает, да. Да, спрашиваю. Она вон на нас смотрит. Ну да, и вон там еще одна есть. У нас вся станица в камерах уже, друзья. Хотел бы все улицы взять, на въезде, на выезде. Везде. Фиксация идет. Частных домовладений много стоят. Ой. Так что здесь все, кто проезжает, где-нибудь все равно отсвечивают. Ну что, Олег, по домам тянем. Я пойду к дяде Вове схожу. Если не спит, проведу. Да он никогда не спит. А то он Юле сказал, что он шел домой, чтобы я к нему зашел. Кто сказал? Владимир Иванович Юле сказал. Надо зайти. Не ори, блин. Если не спит. Ну что тут? Десячки только. И пиздец. Вот они. 10 рублей. Вот, которые сдачу дали. Десятки только? Да. Вот. А, там не хватит все равно, да? А? Все. И все, да? Да. Вот так вот. А 400 рублей улетели куда-то. Я ничего. Даже на них ничего не покупал. Они даже так же пролетят, Олег. Как улетели, так и пролетят. Заработают. Тут что? Ну вот 100 рублей единственное осталось. Все. После этих 10. А 400. Были вот здесь вот, в этом кармане, как на сейчас помню. Их нет. Кто-то или кому-то повезло находку. Или вот этим повезло. Ты что же когда-то говорил, деньги находил? Находил. Много, самое большое? 5000. Купил. Машинку, он наехал на нее. И водитель, и расстроимся. Он говорит, а с какого хуя, я, говорит, будет трогать?
Говорю, стронься взад вперед. Я говорю, я свою деньги уронил, она улетела, а вы на нее наехали. Назад стронулся, я раз. Забрал. Забрал и пошел. В магазин сразу, да? Не, я в магазин пошел, что? Чтобы не так, чтобы обидно было. Я пошел и это взял бутылку лимонада, кока-кола, ага, пепси и сок. И все. А ему уже потом придраться не к чему было. Остальное куда дел? Остальное потом мы... Я, мать и сестра моя двоюродная. Проели? Да. Вот мы почти 2,5 недели на эти деньги. Выливали? Да. Ну так, чисто по-осторожному. Ну, это мы... Сань, на, открой, я недовижу немножко. Где он тут, язычок? Недовидишь? Ну-ну. Я сам не вижу, Олег, в темноте. Ну, как откроешь, так откроешь. Ну, а я если... Да. Держи. Отрывай там. Дальше. Давай, закуривай, да пошли. Бля, ростовки лучше, нахуй. Чем вот это вот, блин. Так, вот этот я не буду здесь бросать. Я потом его заебусь собирать. Все, прикуривай, пошли. Могу мог бы сами там выше, а в этот и вот. Да я помню, ты говорил. Всем добра, друзья. Ай, что-то на блядь. Едем дальше. Да сделки, блядь, сделки.